На площадке гипермаркета «Фиркан Народный» собралось более 3000 шымкентцев. Все они в томительном ожидании подведения итогов акции. Принять участие в лотерее мог каждый желающий. В течение полутора месяцев клиентам, купившим товар на сумму от 15 тысяч тенге, выдавался купон на участие в розыгрыше. Сеть магазинов «Фиркан» поздравляет все с днем города. Всем желаю удачи, благополучия. День города для наших покупателей мы организовали розыгрыш ценный приз. Главный приз – автомобиль «Лада Гаранта». Посуда для дома, кухонные комбайны, телевизор, холодильник и главный приз – автомобиль «Лада Гранта». День города «Фиркан Народный» разыгрывает более 20 призов. Счастливым обладателем нового жидкокристаллического телевизора становится Валентина Степанова. В руках у девушки всего один единственный лотерейный билет. Я выиграла телевизор, я очень рада. Спасибо «Фиркан Сити» за то, что дарит такие подарки. По условиям лотереи, каждый следующий номер лотерейного билета вытягивал очередной победитель. И вот счастливый обладатель новенького холодильника тщательно крутит барабан. Толпа замирает в ожидании. Озвучивается номер главного победителя, обладателя автомобиля «Лада Гранта». 14 029. Главным победителем и обладателем «Лады Гранта» становится Шалхара Кулиев. В первую минуту мужчина не находится слов. Даже держа в руках ключи от заветного автомобиля, Шалхар не верит в свою удачу. Огромное спасибо «Фиркану» за честность. Билетик мой вытянул совершенно незнакомый человек. Раньше я в подобные розыгрыши не верил. Думал, все для своих. Машина в семье очень нужна. Супермаркет «Фиркан» – самый лучший магазин. В день города в супермаркете состоялось и торжественное открытие детского развивающего центра «Funky Kids». Здесь малыши, играя, развивают важные навыки. До конца года шымкентцев ждет еще один приятный сюрприз. В городе откроются еще два новых супермаркета «Фиркан Экспресс».